Ну вот второй ролик, продолжение того, что я сегодня делал здесь на даче возле поселка Лесного. Вот теплица. Я показывал в первом ролике, как я здесь столбушки деревянные приматывал, прикручивал, чтобы можно было потом натянуть покрывало вот это вот. Вот так вот я эти набил речки снаружи. Вот. Укрывочный материал вот этот вот, чтобы держался. Вот еще потом самый низ земелькой можно будет накидать земельки, чтобы она была. Вот и перед еще будет. Приехал поздновато уже, ближе к обеду только приехал, потому почти до 6 вечера вот сейчас затратил время на теплицу. Но там еще дверку у нее подделал, вон у той избы, где у нее инструмент находится, совсем развалилась. Ну вот так вот с Божьей помощью время и прошло. Сейчас вот собираюсь, поеду. Уже братья там сейчас скоро занятия будут. К 6 часам уже идет. Я опоздал уже сейчас. Потому что 1,5 часа только езды отсюда до Барнаула. Вернее, не до Барнаула, а до моего дома. И вот одно стихотворение вспомнил. Всемирный потоп называется. В безумии гордом род людской забыл Творца Всеподнебесной. Он увлечен лишь красотой, ему так близкою телесной. Но время кары настает, и дождь все льет, все льет. Поднялся уровень всех рек, на берег вал за валом плещет. Но ослепленный человек, забыв о Боге, не трепещет. А время движется вперед, и дождь все льет, все льет. Сравнялся с твердью океан, к вершинам гор подходят воды. Скрывает казнь собой туман, закон, нарушивший природой. Очнулся в ужасе народ, а дождь все льет, все льет. Спасения нет от казни той, близка минута роковая. И вспомнил Бога род людской, к нему беспомощно взывая. Его он молит и зовет, а дождь все льет, все льет. То есть написал А. Красницкий. То есть было время для покаяния у тех людей до всемирного потопа. Господь стучался к ним через проповедь Ноя. Вот. Но они не послушались, не вняли гласа праведника. Еще больше согрешали. Даже и в наше время мы ждем второе пришествие Христа. Вот. И люди точно так же, как Господь сказал, что будут выходить замуж, жениться. Ели, пили, то есть работали, суетились. Суета, суета-то наша мирская. А о Боге даже не вспоминают. То есть даже не поднимут глаз на небо, не прославят Господа за чудные дела Его творения. Все, что Он окружает нас. Как вот есть такое стихотворение. Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Пусть о Боге мне никто не скажет, скажет ива ночью над рекой. Скажет звезды, скажет буйный ветер, и колосся в золото, и лес, и закат, прозрачный летний вечер нам откроет дверь в страну чудес. Мир безмолвный нам о Боге скажет, скажет громом, молнией, грозой, скажет солнцем и росой, что ляжет на траву серебряной слезой. Пусть никто о Боге нам не скажет, пусть не слышен голос нам живой. Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Вообще чудное такое стихотворение. Это написала Вера Кушнир, поэтесса такая была. Она уже умерла. Господь ей положил это на сердце такое стихотворение написать. Что во всем славилось имя Его Святое. Через вот чудное творение. Лес вот сосновый. Небо. Даже что оно все такое сероватое, без солнышка, но все равно оно и в этом состоянии славит Господа.
Ну вот так вот. Не только ждать надо второго пришествия Христа. Второе пришествие для нас наступает, когда мы умираем уже сами. То есть мы должны готовы быть. А как готовы? Один Господь знает, готовы мы или не готовы. Все время думаешь, что не готов. А придет время, Господь заберет. Лишь бы быть пшеничкой, житницу его, а не хворостом огонь гиенский, неугасимый. Ну вот так вот, чудные дела Господа нашего. Аллилуйя.